Для приготовления этого блюда нам нужна свинина. Вот у меня такая свинина на косточке. Сушеные помидоры, орегано, соль и одна небольшая луковица. Приправы можно взять, какие вы любите. Можно взять паприку или перец. На сковороду мы выкладываем наше мясо. Зажигаем газ и заливаем наше мясо водичкой. Когда немножечко мяско протушилось, мы его переворачиваем на другую сторону. Вот так. И тушим мясо с другой стороны. Мы время от времени переворачиваем на другую сторону. И вот видите, уже вода практически вся испарилась, но мяско еще нужно немножечко протушить. И когда наше мясо уже практически готово, но еще желательно еще его немножечко протушить, мы добавляем лук, добавляем немножечко оливкового масла. Солим. Добавляем сушеные помидоры. Их можно порезать и можно целыми побросать. И добавляем орегано. Добавляем еще немножечко водички. И закрываем крышкой. Переворачиваем мясо на другой бочок. Продолжаем тушить дальше. Можно тоже посыпать приправами сверху. Вот я посыпала еще орегано сверху. И мы тушим мясо дальше. Запах на кухне стоит изумительный. Пахнет приправами, мясом. Очень вкусно. Вот такая вкусность у нас получилась. Желаю всем приятного аппетита. Если вам понравилось видео, ставьте лайки. Поделитесь этим видео. Буду вам очень признательна. И до встречи. Всем пока-пока.